Ребята, всем привет! Финишная прямая. 27-й день. Завтра заключительный 28-й. Я один день отдохнул. Но ноги все равно еще забиты. Ноги еще болят. И это очень плохо. Потому что сегодня день снова ног. И день такой, который потребует невероятных усилий. Сегодняшнюю тренировку вы не забудете никогда. Я в этом уверен, убежден. Все упражнения, которые здесь написаны, мы уже не по одному разу делали. И все мы четко представляем, насколько будет сегодня тяжело. Насколько будет тяжело, даже не укладывается в голове. Я специально проветрил комнату хорошо, чтобы было больше кислорода, чтобы не уехать. На шатырь при мне. Есть большое желание. Много мы сделали, много тренировок, тяжелых тренировок позади. Но то, что нам предстоит пережить сегодня, не лезет ни в какие ворота. И даже те приседания до изнеможения потеряются на фоне сегодняшней нагрузки. Я не пытаюсь вас запугать и себя тоже. Я пытаюсь настроить и замотивировать на то, что сегодня, несмотря на все, на потери сознания, на боль сумасшедшую, мы все равно это сегодня сделаем. Мы сегодня закроем день. И после этого дня мы уже ни я, ни вы не будем прежними. Ту силу, которую мы обретем сегодня, внутреннюю, духовную и физическую, будет с нами на целый день, на целую жизнь. Потому что сегодня ног столько, еще и на фоне усталости, на забитые ноги, что я хожу и трепещу перед этой тренировкой. И чем больше я хожу, чем больше я думаю, тем больше меня напугает. Поэтому я решил плюнуть на все и сделать ее прямо сейчас, не ждать час-два, а прямо сейчас поставил камеру, завожусь на работу. И очень хочу сделать этот невероятный день. Меня всегда, все, что тяжелое, оно меня одновременно и пугает, и будоражит, как вызов, как челлендж. Давайте немножко мозги разбудим тоже. Одна рука вперед, другая назад. Теперь в другую сторону. Сейчас блюд все расхерячен. Остался без источника света. После работы в жилете, после тех безумных 350 приседаний за тренировку, плюс звездные пружинки, ноги болят очень-очень сильно. Еще остаточные боли есть, еще держат. Но то, что не убивает, делает сильнее. Сегодня постараемся не убиться здесь. Не знаю, как это получится у нас. Если все остальные тренировки я плюс-минус понимал, что я их сделаю до конца, дольше, медленнее, но сделаю, то сегодняшняя — это поистине финишная прямая. Завтра будет день, насколько я понял, я особо не вчитывался, так поверхностно гляну, но там будет день чистой отжиманий. Ну естественно, потому что ходить мы вообще в принципе следующий день, завтрашний, не сможем, поэтому самое оно будет просто лежать, отжиматься на полу целый день и таскать ноги, как улитка, за собой. Давайте десяточек присядем и положим начало сегодняшней тренировки ног. Может быть, вы не читали, может быть, вам сейчас не разобрать то, что написано на доске. Но написано там следующее, ребят. Мы делаем, чередуем в раз, два, три. В четырех подходах мы чередуем с вами выпады. Причем от подхода к подходу количество увеличится. 10, 12, 15. Чередуем удержание прямой ноги вперед. И звездную
пружинку с приседаниями. Но в прошлый же раз, когда гасили ноги, мы просто приседали. Кто с этим ощущением, как я, кто без. Но суть в том, что это было обычные динамические приседания. Сегодня в той строчке, в которой написано приседание до изнеможения, 16 упражнение, предпоследнее, это будет самое-самое тяжелое, мы попробуем сделать рекордные для себя приседания по Бронсону, рекордное количество. Мой рекорд в этом упражнении составляет 13,5 или 14 раз. Видео есть на YouTube, точно не помню. Но это было на свежем. Сейчас это совсем не то дело. И мне страшно, блин, реально страшно. Так, я размялся чуть, разогрелся. Мне настолько, честно говоря, эта тренировка будоражит, что меня немножко аж подташнивает. Поэтому давайте начнем. И будь что будет. Начинаем с 26 упражнением на 10 раз, это выпады, потом нога вперед. Буду отдыхать, естественно, без отдыха тут не прокатит. Ух, адреналин херячит вообще дико. Те, кто спрыгнули с наших тренировок, а я думаю, есть такие ребята, подумают сегодня, как хорошо, что я сдался. Но те, кто не сдались, сегодня к ним придет прозрение. Что делать дальше с тренировочной программой Бронсона? Я пока не могу сказать точно. Я знаю на 100%, что я оставлю кучу движений интересных, которые буду выполнять. И знаю точно, что не буду делать день в день, как написано. Об этом поговорим завтра. Почему так? Сейчас концентрируемся на работе. Сегодня без криков мы не обойдемся, это уж я точно знаю. Тепло. Как пережить сегодняшний день, хер знает. Мне еще вечером на работу ехать. Это, возможно, будет самое тяжелое. Заставить себя выйти потом на улицу. Усталость фоновая, безумная нога. Сегодня не отступать и не сдаваться.
паразитов. Сегодня стратегию включим. Будем дробить все грамотно. Останавливаться на отдых. Иначе хер мы вывезем. Пауза. Чтоб плохо не стало совсем, будем делать вот так. Упражнение 27. Нога вперед. Блин, бедра болят нереально. Просто квадры разорваны после тех приседаний. Вот эти, когда, я уже говорил, когда заканчиваешь тренировочную программу, начинаешь понимать, что подходы тут-то неспроста. Ну ладненько, погнали, нога вперед. Не просто держим, а напрягаем. Колено разгибаем полностью. Выше. Паразику.
6. Так, звездные прыжки 10, приседания 10. Приседаем 10. Есть. 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 Следующий раунд такой же, но все по 12. Как? Как это сделать? Скажите. Еще со мной вы? Давайте, погнали. 12. Это настоящее безумие сегодня. Как? Хер знает. Стали. У меня есть идея, ребята. Есть такая тема. Короче, когда телок садят на... Девушек, когда садят на вибраторы и просят книгу почитать. Сейчас хочу попробовать... Ай, блин, попробовать не получится, книги здесь не скачаны. То же самое. Время-то есть, сейчас и книгу еще скачаем. У меня тут Бронсона только книга сейчас, остальное почистил. И рекорды силы. О, а что это у меня за книжка? Класс. Давайте рекорды силы почитаем, чтобы это нас промотивировало. Итак, рекорды силы. Как раз у меня открыто на этой страничке. Отжимания в упоре лежа. На рубеже... веков Юджин Сэндо выполнил 200 отжиманий за неполные 4 минуты. Истинно марафонский результат в 60-е годы продемонстрировал американец Джек Лалейн. 1034 раза за 25 минут в возрасте 40 лет. Модификация упражнения. Отжимания в упоре на одной руке. Дэйв Мейер, гигант, весящий более 120 кг, повторил упражнение 30 раз. Но рекордсменом можно считать Джима Слая, атлета более скромных пропорций. 72 раза выполнил. Это на одной руке. Еще одна разновидность отжимания с остановкой в исходном и конечном положении в середине движения, так называемое отжимание на три счета. Рекордсмен поляк Ян Размариновский 75 раз. Это то, что мы делаем по бронзу на бездвижное отжимание. Подтягивание на перекладине. Рекорд Флойда Пейджа. Выражается круглой цифрой в 100 раз хватом снизу.
не менее впечатляющий рекорд одного из основоположников культуризма, доктора Мак-Клоя, если учесть возраст, как один из более установлен 40 раз в 50 и 20 раз в 68 лет. Это подтягивание на перекладине. В 68 лет 20 раз. Ноги! В числе удивительных достижений, показанное в 1900 году немцем Вилли Куттером, атлет 12 раз подтянулся на правой руке верхним квадом при собственном весе 95 килограмм. Наболевшая тема сейчас – приседания на одной ноге. Джордж Эйферман присел 150 раз без опоры, а мы тут корячимся, блин, на ничтожном количестве. Отжимания в стойке на руках. Мэнни Снит 27 раз без опоры о стену. Отжимания в стойке на руках от брусьев. Джон Дэвис, неоднократно чемпион мира и Олимпийских игр в Хельсинки по тяжелой атлетике, выполнил 10 отжиманий при собственном весе свыше 100 килограмм. 10 отжиманий. Джо Норкест 28 раз при собственном весе 80 килограмм. Охереть. Да на брусье. Или паралет. Жим штанги на разы. Давайте посмотрим, сколько там таймер напищал. А вот и все. Истерика небольшая, Я закончил. Шикарненько. Охереть. Помогает реально книжечка. Спасибо большое. Фух. Я не знаю, вы в этом бреде моем охающем-махающем понимаете, какие рекорды я считаю или нет, но рекорды действительно охуенные. Фух. Как же приятно вычеркивать это все. Упражнение 27. Снова на 12 раз, а ног уже нету, капец. Сейчас перейдем дыхание, иначе не закроемся, как я уже говорил. Но рекорды силы прошлого будоражат сознание, немножко, конечно, больше сил добавляется, плюсуются силенки. Ну ладно, понеслась. Пока без книжки, потому что равновесие держать адски тяжело уже. Нажиме штанги лежа мы закончили. Хорошая мысль пришла в голову, книгу почитать. Это я рекорды эти изучал. А книжек было много на телефоне на самом деле. Не только бронза, да. Секреты атлетизма. Много-много, но просто памяти не было нифига на телефоне. Признаюсь, как есть. Надо было ребенку игру установить и поучиться в книжке. Но книжки эти есть на компе. Конечно, я их не вытер, ты выше такое богатство. Мы к ним еще вернемся, обязательно. Бронсон заканчивается. Если я сегодня выживу 28 дней, 28 день я обязательно вам покажу. И показал 28 день, я с чистой душой перейду к работе с гирями, к силовой работе. Зная, что вас вооружил методика тренировок с собственным весом тела, это очень важно. А потом будем юзать перекладину, брусья, все остальное. В полный рост причем. Естественно, с времен богатырей прошлого времени стояло на месте. Много методик интересных. Вы подсказываете в комментариях, пишите книги, которые желательно прочитать и осветить. Тот же «Безоружный воин» Павла Цесулина. Тот же тренер динозавров Кубрика. Кубик?
кубик, правильно. Или кубик. Не помню. Ну еще вернусь к этой книге не раз. Тренинг динозавров. Сука, тут самому можно ископаемым стать. Сдохнуть после такой работы. Пот льется градом. Потому что конфет нажрался перед тренировкой. Честно признаюсь, дал слабину, как оторвался полкило шоколадок. Поэтому решил прямо сейчас записать тренировку. Во-первых, спалить все это дерьмище. Во-вторых, понял, что уже стресс это ливает настолько, что я шоколад начал жрать, лишь бы угомониться. Бать, ух ты, сегодня будет пиздец. Работай, нога. Уже и тут болят все. Блин! Воды не взял, сука! Пиздец. Один раз. Двенадцать звездочек, 12 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 14. Идиот. Эконом силы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Пятнадцать. Сейчас вернемся к рекордам сжима лежа. Продолжим читать. Хоть это может мне поможет. Вам-то, ребята, полегче чуть-чуть будет. Шутка, конечно. Но вы делаете со мной вместе, а я тут сам. И Бронсон сам был. Не мудрено, что у него потом такие рисунки выходили. Крыша поедет, точно, будьте уверены. Ну как сделать 15 раз, я не знаю. На шатырь поближе. И вы понимаете, в чем прикол? В этой шняге, то, что мы сейчас делаем, может быть,
Он не имел в виду вот здесь приседания статические его по Бронсону. Может быть, там обычный присед был. Но вот это все, то, что мы сейчас делаем, не масштабируется никак. Приходится делать. Уже предвкушаю, завтра ощущения будут в ногах те, которые еще не успел забыть, которые еще не прошли до конца. Короче, хватит ныть. Хватит ныть! Да прибудет с нами сила силачей прошлого. Читаем их рекорды. Хуярим. Жим штанги на разы. Англичанин Макс Дантон в 1891 году вышел 34 килограмма 845 раз подряд. Отжимания на брусьях. Тони Сенсон отжался 84 раза. Марвин Эдер 10 раз грузом 140 кг, собственный вес 85. Еще раз. Отжался 10 раз с грузом 140 на спине. Охереть. Разведение рук с отягощениями горизонтально в стороны. Здесь фигурирует Георг Акеншмидт. В 1899 году развел две двухпудовые гири дном вниз 5 раз подряд. Еще раз. Развел две двухпудовые, это две 32-шки, дном вниз, это вот так вот, 5 раз подряд, 1899 год. Толчок двумя руками штанги 110 килограмм, перенос ее в правую руку, левое жонглирование гирей 49 килограмм. В 1903 году, вы можете себе представить, продемонстрировал Эмиль Фосс. Германия. То есть он 110 держал над головой одной рукой и 49-килограммовой гирей жонглировал. Сальто назад, об этом рекорде я уже упоминал, держа в каждой руке гирю 1,5 пуда, 25 килограмм. В 1891 году сделал Юджин Сэндл. Он же в 1896 году продемонстрировал выкручивание, жим с помощью туловища, левой рукой штанги 115 килограмм, лег на спину, встал, все время держа штангу в прямой руке, выкручивание правой, то есть это он сделал, смотрите, сделал сальто назад с двумя гирями по 25 килограмм в каждой руке, ну 24-очки, и в 1896 году турецкий подъем весом 115 килограмм. Выкручивание правой рукой после подъема на грудь двумя руками. 154 килограмма в 1902 году выполнил Артур Хёнинг, Саксон. Артур Саксон, он у нас на плакате слева внизу. 152 килограмма. 154 килограмма. Арнольд был один из самых сильнейших атлетов Германии. Он же впоследствии усложнил этот трюк к поднятой правой с помощью выкручивания штанги весом 152 килограмма. То есть он выкрутил 152 килограмма, донес, поднял с земли на вытянутую руку гирю 49 килограмм. Таким образом, совокупный вес на вытянутых руках превысил 200 килограмм. Выкручивание правой трех несвязанных двухпудовых гирь, то есть выкручивание трех 32-шек, в 1907 году показал русский атлет Иван Селых. Русский Знаменский, в скобочках это Мор, и Петр Крылов, соответственно, в 1899-1909 году продемонстрировали еще два движения с гирями. Первый чисто выжал два двухпудовика, поставив один на другой левой рукой. Второй выжал двухпудовик, 32 килограмма, в армейской стойке 86 раз подряд. 21. Нам надо
А нам надо до 30 ебать! Делаем дальше что? В жиме правой рукой. Интересный результат принадлежал австрийским атлетам. 101 килограмм. А из выпрямленной одной левой стойки выжал Карл Свобода. 101 килограмм одной рукой выжал. Из того же положения 50 раз. 50 килограмм. 25 раз подряд. Шварцшер в 1897 году. Далее несколько рекордов в упражнениях для одной руки. Рывок штанги левой рукой 100 кг Серго Ам Бацумян с 1940 год. Толчок штанги левой рукой Иван Мальцев 1949 год 117,5 кг. Жим трехпудовой гири, лежа, держа ее на ладони, из положения сидя, Петр Янковский, жим трехпудовый. Отведение, то есть удержание в горизонтальном положении правой гири 61 килограмм. Сергей Елисеев. Еще по разику. Чистый жим двумя руками 170 килограмм. В прямой стойке Карл Свобода. Но сейчас это, пожалуй, больше я знаю. Силовой жим двумя руками в медленном, плавном стиле, без срыва с груди и без отклона 185 килограмм. Юрий Власов. Собственный вес 135 килограмм. Все. Я кончил, просто я кончил. Еще работы сколько? Популярная сейчас тема, реально, эти девочки, сидящие на вибраторах, читающие книги, очень сексуально выглядят, интересно, но не менее сексуально и менее пошло, но не менее приятно для занимающихся выглядят вот такие вот выпады с... Ой, это целый челлендж какой-то выходит. Книгу читаешь и делаешь... Выпады с удержанием 10 секунд внизу. Я уже сделал по 10, потом там звездные прыжки, приседания, еще упражнения. По 12 и сейчас вот по 15. По 15 это же еще не конец. Конец еще вот. Выпад до изнеможения. А изнеможение уже такое, что мама не горюй. Фух. Я всегда считал, что если ты... Если ты во время упражнения можешь разговаривать или читать книгу, или рассказывать анекдоты, то тебе это упражнение дается легко. Сегодня все с точностью наоборот. Но работать! Надо. Блин, ну понеслась, ладно. Нет, не буду! Во мне уже два человека, один из них принадлежит, сука, Бронсону. Хоть так.
знаешь, о чем пиздец основной? За следом идет 15 звездочек и 50 приседаний. Так, я что-то вспомнил Синеку. Стоик, он же был у нас вроде бы. А-ля-ля-ля-ля. Будем мы стоиками терпеть все, что написал Бронсон. За что-то. Срак. Уже шея замкнула. Сладости прекращать жрать. Блять, жопу спил. Пиздец, все, мозги уехали, поплавились нахер. Блять, ебать, только треть. Мутит, 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 мутит. Ну, бля. Сука, он беспощадный, этот таймер, сука. Ебать, блядь. Сука, надо еще. Нет, хуйню чуть не сказал. Такое же в голове. Мысли такие дурные. Все, ноги не держатся. Давайте! Работа! Сука! Вы мои ноги или нет? А потом будет, что будет. Ну давай же, терпи, терпи. Срака просто, срака всему. И вырубил себя. Я не знаю. Как держать ноги? Вот так. Или так. Три, два. Блять! Ну давай! Это твой еще подход, мадафака! Не обращайте внимания! Пот заливает глаза. Пиздец. Серьезно? Стой!
Сука! Да! Вычеркнул. Звездные прыжки 15, приседания 50. Ночь и тишина. Одно определение я придумал. Тренировкам Бронсона. Когда становится тяжело, я начал использовать ночь. По-другому больше объема, больше смысла вложить во что-то тяжело, чем в ночь. Потому что наступает, когда становится тяжело, когда становится адски тяжело, наступает ночь. Непроглядная, тяжелая, и вылазят все демоны. Вылазят абсолютно все демоны из головы, которые говорят тебе: сдайся, поддайся, хватит, достаточно, ну его на, заканчивай, в пизду эту книгу. Но мы знаем, что наступит рассвет. И мы прорвемся через этот мрак, через эту ночь. И выйдем в итоге с лучами солнца победителями. Нихера себе я завернул, чуваки. Пиздец, просветление пришло. Фух. Ба. Это осмыслить надо делать. Поехали. 15 звездочек, 50 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не экономим. 11, 12, 13, 14, 15. Единица. Поехали. Полтосик. Фух. Где тут? Ночь, вот она ночь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, ого, пятнадцать, шестнадцать, жопа! Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 1-1 запасной. Ну нахер. Вычеркиваю. И это все была только разминка. Если кто-то когда-то вам скажет, что он тяжело тренирует ноги, дайте и покажите эту тренировочную программу. Пусть человек пройдет через все эти круги ада, через эту ночь, и встретитесь, когда вы с ним на рассвете, тогда вы с ним поговорите. Тренировал ли он когда-нибудь ноги вообще? Теперь сложный момент волевой. Выпады до изнеможения. Ногу вперед до изнеможения. Звездные прыжки до изнеможения. И приседания по Бронсону до изнеможения. Фух.
Как это сделать? Не знаю. Сколько сделать? Не знаю. Изнемождение уже полное. Поэтому сейчас я подумал, что мы поступим следующим образом. Пока тут приседал. Вот я читаю рекорды под таймер. Как только рекорды заканчиваются, я завершаю. Столько же делаю потом ногу вперед. Прыгаю в два раза больше звездных прыжков. Ну и сколько получится приседа. Думаю, это будет справедливо. Мы книжку дочитаем. Ой, я микс сделаю. Я уже точно знаю, что будет очень весело. Очень будет весело. Блин, не хочется запускать. Ну не хочется же все. Палец не нажимается. Да хуй с ним. Фу, понеслась сейчас. Не помню, где закончили. Сергей Елисеев, да. Чистый жим двумя руками. 170 килограмм. В выпрямленной стойке. Сомкну каблуки, туловище прямо. Карл Свобода, Австрия. 1911 год. Собственный вес 165 килограмм. Силовой жим двумя руками в медленном, плавном стиле. Без срыва... это читал. Наконец, абсолютный рекорд в жиме двумя принадлежит Василию Алексееву. Он установил его в 1972 году и равен он 236,5 килограмм. Ого! Атлет весил 147,7 килограмм. Жим лежа, долгое время абсолютно. Но здесь нет смысла читать, потому что, во-первых, тяжело. Во-вторых, ребята, во-вторых, мы знаем, что Кирилл Сарычев перебил все рекорды существующие. Подъем штанги на бицепс стоя. Тоже знаем. Цыпа разорвал всех. Мертвая тяга. Становая, то бишь. Сейчас дойдем. Однако именно в упражнении атлет старой школы вполне могли бы составить конкуренцию нынешним соревнованиям. Это относится и к русскому Ивану Чекунову, переставившему с места на место 35-пудовую, это умножьте на 16, наковальню. И американцу Томми Ви Вальтеру Кеннеди, становая тяга с ядром 36 фунтов, 25 фунтов, 1000 фунтов. В 1893 году. И уж, конечно, знаменитому канадцу Луи Сиру. Становая тяга с шаровой штанги 669 килограмм. 1894 год. Рекорд официально зафиксирован. Поднимание шаровой штанги правой рукой до коленей без лямки. 440 килограмм. Рукой одной. Представляете? 440. Приседание. В этом упражнении... Титул рекордсмена по праву принадлежит Полу Андерсону. 537,5 килограмм присел. Поразительное достижение. Абсолютный рекорд среди силовых троебор принадлежит... не могу уже, все! Разрывание карт. Тут этих рекордов, видимо, невидимо. Переноска веса на себе. Антон Риха, Чехословакия. 854 килограмма. Перебрасывание двухпудовой гири через железнодорожный вагон. Вахтуров. Переноска на спине двух пушек весом 456. Анри Стьернсон, Франция. Стьернон, Арни Стьернон. Все, рекорды тут еще есть, ребят, но я их уже упоминал когда-то. Поэтому сейчас достаю. Это у нас восьмой раз. Ну надо 10. 10 надо. Хотя бы то, с чего начали. Разнесуйте все! Три, два. Паразику! Четыре, три.
Ничего. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Муки сегодня. Просто муки. А теперь по 10 надо подержать вперед. На 10. И нахер! Звездных прыжков нужно будет сделать 20. Блять, ебать. Умыться можно потом своим. Ну вперед. Ну как же это сделать? Уже она не держится. Ой, я надеюсь, вы еще делаете со мной. Делать и делать. Финишная прямая. Блин, ноги дрожат вообще, как будто током бьют. Страх и ужас. Так, поехали. 27-е. Сука! Нахер я 10 выпадов сделал? Кто мне скажет? Блять. Нет! Могу! Могу! Не могу, могу! Нет, 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 нет! Врагу не сдается! Ла-ла-ла-ла-ла! Пизда! Ноги базуки! Истерика блядская. Блин, все, срака просто. Надо в трусах было заниматься, жопа мокрая, в мыле уже. Невыносимо. И мысль поймал себя, что снова я рекордом силачей обязан тем, что они меня промотивировали сегодня это сделать. Иначе не вышло бы нихера. В телеге есть плакат, ребята. Качайте себе, вешайте на стену. Не могу уже.
Разит. Давай выше, да! Да, да! Ушел немножко в себя. Так! Двадцать звездных пружинок, и это справедливо. Для начала немножко посидим. Двадцаточку. Так, приседания по Бронсону. Два движения осталось. Колени, груди, то херня, которая тоже не будет легкой, но сейчас основной момент. На фоне дичайшей усталости, на фоне тотально убитых ног, попробуем пойти на рекорд. Хотя сейчас уже 5 раз будет рекордом. Но хотелось бы зайти за десятку. Очень хотелось бы. Не знаю, как это сделать. Надо просто провалиться в какой-то астрал. Открыть какую-то чакру, блин. Напрячь сфинктер, чему мы так сильно учились. Не обосраться и сделать. Не понимаю, как. Минута настроя. Палец уже таймер просто нажимать не хочет. Ну что ж, придется. Въебать. Это финальные приседания в цикле 28-дневном. Они будут сейчас показывать то, до чего мы дошли. Приседали мы в жилете и в маске. Это было незабываемо. Но теперь я отверну от себя часы. Я, вернее, от часов отвернусь. Подобный.
Лапкиншмидт, лак, 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 Лапкиншмидт, лак, 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 лак. Лапкиншмидт, гак, 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 гак. Лапкиншмидт, Георг, гак, 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 Лапкиншмидт. Луисир, 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 сир, сир, сир. Луисир, 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 Луисир. Иван Фирца Кротон, Иван Фирца Кротон. Иван Сила, Иван Сила, Иван Сила. Иван Сила, Иван Сила, Иван Сила, Иван Сила, Сила, Иван Сила, Иван Сила. Саксон, Саксон, Артур, Артур, Саксон, Артур, Саксон, Артур, Саксон, Артур, Саксон, Артур, Саксон. Артур Саксон, Артур Саксон, Артур Саксон, Артур Саксон. Лурих, 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 Лурих. Лурих, Лурих, Лурих. Шемякин, 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 Иван Шемякин, 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 Шемякин. Шемякин, 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 Шемякин. Шемякин, Шемякин. Сандов, Сандов, Юджин, Сандов, Евгений, 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 Сандов, 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 Евгений, Сандов, Евгений, Сандов, Евгений, Сандов. Александр, Зас, 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 Зас. Зас, 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 зас. Бронсон, 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 Бронсон. Бронсон, 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 Бронсон. А! 11, 11. Блять. Теперь осталось колено груди. Сука. До изнемождения. Есть! Есть! 11. Как в тумане сделал.
подсолочку доделать. По глазам видно, что убило, да? Финальная десятка. Не могу стоять. Нога дрожит вся. Грудь током бьет. У нас еще остался один день. Сегодняшним я очень доволен. 11 после часа тренировки ног. Это очень круто, ребята. Без базара я доволен. Конечно, если бы кто-то еще был со мной в комнате, и я знал, что мне окажут первую медицинскую помощь, искусственное дыхание, там, я не знаю, массаж сердца, ввели какие-нибудь препараты, которые судороги снимают. Я, может быть, еще один разочек, два осилил. Но я последнее делал, как в эйфории какой-то. Непонятно вообще как. В общем, я зря тут распинаюсь, объясняю, потому что те, кто дошли со мной и сделали такое же, ну или такое примерно количество, может кто-то больше, кто-то меньше, в комменты пишите свои ощущения. Я полностью изнеможден. Полностью, тотально. Убит. Я сейчас не тяну ногу как надо. Просто растягиваю бедро, потому что и поясницу, потому что им жопа. Как добраться теперь на тренировки, я не знаю. Какую бицилла лицо у меня будет до конца дня. Будьте осторожны, пожалуйста, только выполняйте приседания, потому что здесь это очень тяжело сделать. Говорят, когда человек слишком сильно больной или очень уставший, он говорить не может. Потому что это тратится, на это тратится очень много сил и энергии. Поэтому, ребята, еще по разу на ногу и все на сегодня. Мы сделали. Все тело начало дрожать, разбивает нереальная усталость. Это был один из самых крутейших. Достояли, надеюсь, потому что камера опять села. Я не воткнул зарядное устройство, потому что не думал, что настолько это все растянется во времени. Вытираем все здесь. Эта доска никогда не забудет. Никогда эта доска не забудет. Таких изуверств аж впиталось в доску последнее задание.
в меня оно тоже впиталось. У нас остался один заключительный день. Но о нем мы поговорим уже, ребята, завтра. Пока-пока.